Ну, кстати, уже совсем скоро на телевидении, а точнее на 21-м канале Т+В появятся тюменские бабушки и дедушки. В преддверии Дня пожилого человека мы вновь запускаем проект «Бабушка меняет профессию». Таким образом, мы хотим поздравить наше старшее поколение. Надо сказать, что в эти дни многие готовят подарки для пожилых. Например, в пансионате, где проживают одинокие пенсионеры, отремонтировали окна. Подробнее Яна Пелиховская. Срезать старую пену, замазать дыры. У службы оконного сервиса «Контакт» сегодня особые клиенты. Бригада работает в пансионате ветеранов войны и труда. Причем бесплатно. Это подарок. Хотя бы в праздники мы можем позволить себе помочь пожилым людям, улучшить их препровождение в доме престарелых, сделать их жизни удобнее, комфортнее, в нашем случае теплее, чтобы люди находились в более благоприятных условиях. Это у нас будет комната общего пользования, чтобы было зимой тепло. Зимы у нас в Тюмени холодные. Сейчас в пансионате проживают более 100 одиноких пенсионеров. Половина из них даже передвигается с трудом. Для ремонта мастера выбрали холл второго этажа. Окнам здесь уже больше 8 лет. Конструкция морально устарела. Мы обновили подоконники немецкой фирмы премиум класса с износостойким покрытием. Очень красивые подоконники, сейчас пользуются спросом населения. Ну и поставили откосы из сэндвич-панеля, отделочный материал с утеплителем для окон. А еще заменили ручки и уплотнители, установили металлические крокодилы. Они могут служить несколько десятков лет. А сами окна теперь способны выдержать морозы до минус 45 градусов. В планах у бизнесменов сделать такие акции регулярными. Яна Пелиховская, Евгений Доценко, Тюменское время.